Кубковое испытание чемпионом. Именно так можно назвать предстоящий поединок «желто-синих» против донецкого «Шахтера». Решением главного наставника первой команды Игоря Рахаева во Львов на ответный матч четвертьфинала Кубка отправилась молодежная команда под руководством старшего тренера Андрея Онищенко. Главной задачей тренерского штаба в среду будет настроить ребят прежде всего психологически, чтобы в матче с серьезным соперником ребята не ударили в грязь лицом и доказали, что не безосновательно привлекаются к играм первой команды. Ждем, что ребята в какой-то мере, каждый из них прыгнет выше головы, вот, проявит свои самые лучшие качества и самым лучшим образом будет выглядеть в этой игре, чтобы сыграть достойно. Все-таки уровень совсем другой. Для нашей молодежки предстоящий матч будет без преувеличения одним из самых важных в карьере. Ведь проверить свои силы на фоне лучшей команды страны – мечта любого футболиста. И вот сейчас у игроков второй команды «Металлиста» такой шанс появился. Кто и как им воспользуется, покажет игра. Уверенным можно быть лишь в одном – желания и мотивации у ребят будет предостаточно. Для этого состава молодежного, именно состава этой команды, то, наверное, вот такой шанс, в принципе, он впервые выпал, так, чтобы проявить себя. Будем надеяться, что это им удастся. В первом четвертьфинальном матче Кубка страны, который также проходил на арене Львов, сильнее оказались номинальные гости – футболисты донецкого «Шахтера». Победу горнякам со счетом 2-0 принесли точные удары двух Александров – Кучера и Гладкого. Мы же надеемся, что результат ответного матча для всех харьковчан будет более благоприятным. А начнется поединок «Шахтер-Металлист» в среду в 19:00.